Здравствуйте. Я обещала показать свой загар спустя 5 дней, да? Ну, так я прошла, вот ровно неделя. Как видите, я довольно хорошо загорела. Хотя мне практически не повезло, совершенно не повезло. Сейчас оператор улыбается, смеется надо мной. Потому что вот 2 дня полностью практически вылетели, потому что у нас, вот как я говорю, тропичные дожди, идет сплошной ливень. Я выхватываю там буквально 1-2 часа с утра, и все. Вот. Но я загорела. Загорела я благодаря соли. Вы спрашиваете, зачем соль? Ну, я вам, в принципе, уже говорила, зачем соль. Потому что я, допустим, очень, ну, в молодости купалась в соленом, черное море, соленое море. Потом лиман. Лиман там вообще арапа. То есть соли, соли очень много. Тем не менее, туда приезжают люди, приезжали люди, сейчас не знаю, как, со всего мира. И вот эта рапа, грязи вот эти, да, тут, конечно, в данном случае грязи нет, но есть вот эта соль. Пусть она будет соль, допустим, не морская. Соль обычную я брала, столовую соль. И делала концентрированный солевой раствор, и эту всю соль, вот этот раствор наносила на свою кожу. И действительно, загар становится как морской. И как с моря приехала будто бы, хотя я никуда не выезжала, вот сейчас еще поеду на море. Вот, но за каких-то, ну пусть будет 4 дня, да, вот так вот, я загорела довольно хорошо. И почему же именно соль? Ну, я вообще уважаю и люблю все простое, да, то, что есть под руками, и что действительно приносит какую-то пользу для здоровья. Ну, во-первых, если болят суставы, это очень хорошее прогревание, соль, вот соленый, вот, я как говорю, как компресс, да, и плюс солнце. Печет, греет, прогревает все эти суставчики, они действительно перестают болеть. Это, ну, прекрасное средство. Как хочете, как хотите, хотите соберете, хотите нет. Ну и естественно, морской загар. Кто скажет, что я не загорала на речке, и то еще так, это плохо загорала. А вид такой, как будто бы я побывала на море. Ну, это я, конечно, ради вас так уже постаралась, так бы я бы потихонечку вот эти вот дождливые дни там и не ходила бы, но тут как бы дала слово, да. Говорят вообще, я вам скажу, что я так заметила. Вот даже проблема у меня с картиной, которую я вышиваю 2 года. Вот нельзя пол работы никогда показывать. И вот нельзя наперед что-то вот загадала, так это молча держи эту свои мысли, никому не рассказывай. Иначе, ну я же сказала, что я через 5 дней докажу, что можно загореть. Можно, но мне не повезло. Вот и так вот то же самое с картиной. Вот, ну не идет она. Сейчас вот я забиваю этот фон и... Ну, кто вышивает, знает, что такое забивать фон. Ну, забивает, это такая нудная работа, которая не приносит никакого такого удовольствия. У кого прыщики на лице, на спине, соль – это идеальное средство для того, чтобы летом избавиться от этих прыщей. Это просто чудесно. Вы, если не имеете возможности поехать на море, на лиман, то можно вот делать то, что я вам советую – просто наносить эту, как говорится, рапу такую, которую вы делаете сами, на тот же самый прыщ. Не хотите там все дело, на прыщ. И, конечно, на ярком солнышке оно все очень быстро-быстро-быстро выгорает, подсушивается, и все нормально. Потом, ведь почему, вот я допустим, у меня когда болят суставы, я всегда делаю солевые компрессы. Ведь соль, она вбирает на себя влагу, вот, и тем самым, значит, снимается отек. Снимается отек, значит, уже поэтому и не так больно, не так болят суставы. То же самое тут. Я выхожу на это солнце и прогреваю хорошо. И это там, где у меня, допустим, болит вот суставчик, я хорошенечко наношу здесь соли. И на солнце все это выгревается. Действительно, 2-3 дня, и боль проходит. Но это такие, конечно, не дай бог, там не очень сильные такие заболевания. То, что вот я говорю. Ну, такое, вы скажете, нелепое сравнение. Мы делаем всю консервацию, добавляем что? Или соль, или сахар. Вот эта ситуация и здесь. Если я искупалась там, и очень чистая вода, и у меня какая-то маленькая царапинка, я себя обработала этим солевым раствором, значит, я уже какие-то там бактерии, какую-то инфекцию убила. Почему, вот, допустим, если чистая морская вода, и люди и полощут горло, и нос промывают этой водой морской, то не кипятят, ничего, потому что там много соли, там погибает
вся радость, да, которая существует. Так это точно я. То есть якобы даже если будет речка не очень чистая, вот последние же годы, вы знаете, все-таки вода становится все более и более грязной, не знаю, что там и запрещают, постоянно пляжи закрывают и пишут, что и говорят, что нельзя купаться, то все-таки есть какая-то такая гарантия, что я не подхвачу какую-то инфекцию, купаясь в воде. Ну, мне это очень-очень нравится. И я, конечно, так это очень кратко вам сказала, то есть я показала результат своего обещания, да. Вот, и желаю вам тоже крепкого здоровья и не пренебрегать такими самыми-самыми простыми советами и средствами, которые есть у нас под руками. Если не все же мы имеем миллионы и много денег, чтобы ездить на дорогие курорты, да, чтобы принимать, ходить в салон и все остальное, можно просто пользоваться простейшими вещами для того, чтобы хорошо жить и быть здоровым. Всего вам самого-самого доброго. Пока.